самом деле такое понятие светоча – это то, что излучает свет, то, что несет свет. Эти картины, они, безусловно, излучают свечение, особенно для каждого индивидуально. Но искусство, когда-то его назвали свет-арт, именно потому что оно излучает тепло, излучает свет. Поэтому картина – это такой славянский древний термин, который именно говорит о том, что что-то дарящее свет. И эти полотна сразу к ним так очень органично прижились, этот термин «светан». Мне очень понравилось, действительно много света, пространство хорошее, энергетика хорошая, положительная, сильная. Когда смотришь на эти картины, ощущаешь, что внутри что-то сливается с природой. Создается такое ощущение, что буквально 3 минут достаточно для того, чтобы раствориться с этой картиной вместе. Если в результате мы видим свет, если в результате мы видим что-то, что побуждает нас к чему-то светлому и яркому и открывает нас любовь, в любом случае это заслуживает уже уважения, это заслуживает признания, и это своего рода один из способов выражения божественного благословения. Для меня наиболее интересным то, что, всматриваясь в какую-то картину, проведя у определенного светанга какое-то время, я нахожу какой-то отклик вот с этим изображением, то есть я как будто бы узнаю действительно что-то внутреннее, свой опыт, изображенный на картине. Вот. И, наверное, это можно как-то с эмоцией связать, которые я получаю от увиденного. Возник определенный резонанс у меня в душе, когда я смотрел на эти работы. Мне кажется, они вообще интересны тем, что передают состояние. То есть это, безусловно, изобразительное искусство, но соприкосновение с этими работами, оно позволяет почувствовать то состояние, в котором пребывал автор и которое он хотел передать, которое он несет в мир. Поэтому можно почувствовать более тонкие вещи, чем просто насладиться их красотой. А тут картины выражают, выражают то, что что-то незнакомое, что-то неизвестное, то, что сокрыто внутри каждого человека. И это очень здорово, потому что любой зритель может соприкоснуться с этим и именно почувствовать. То есть не просто увидеть это, а именно почувствовать и узнать что-то неизвестное для себя. На глаза наворачиваются просто слезы. Причем слезы, слезы счастья какого-то такого, умиротворения, вот так вот. То есть только позитивное. Есть концептуальные тексты рядом с картинами, которые являются, на мой взгляд, неотъемлемой частью этих картин. Потому что я бы не могла воспринимать отдельно. Может быть, и можно воспринимать отдельную картину, но она не полная. Вместе с текстом это как раз вот целое. А тексты сами по себе уникальны, мне кажется. Это творческое преображение различных традиций Востока. Здесь очень много любви, очень много света. И чувствуется близость с этим мастером, с этим художником. Это картины живые. Когда подходишь к картине и начинаешь смотреть, такое ощущение, что куда-то вот в полет, вглубь заходишь, и внутри что-то такое происходит. Какие-то одухотворенные, что какой-то вот хочется жить, хочется летать, хочется вот куда-то туда устремиться. Я думаю, что каждый, наверное, что-то близкое себе найдет, потому что это трансперсональные такие вещи, которые откликаются, образы, которые в каждом откликаются. И как-то вот уйти отсюда невозможно, потому что хочется находиться здесь, напитываться. Это очень возвышает. Это как момент короткого замыкания. То есть я чувствую, что свет, который идет через картину, встречается со светом внутри меня. И происходит как бы узнавание двух потоков друг друга, слияние этих двух потоков в одно, в один поток сознания. И это поток блаженства, поток осознавания, бесконечной игры, сознания с самим собой. Это процесс, который никогда не прекращается, процесс эволюции, процесс разворачивания сознания и его игры.